утро. Я уже давно проснулась и звонила в МФЦ, чтобы узнать, готов ли мой паспорт. К сожалению, нет. Уже более 30 дней прошло, но так как я не по месту жительства подала, могут и до 2 месяцев делать. Я, ну, жду паспорт, потому что мне на работу надо будет новые данные подавать. Я не дела. У нас включено отопление, и прям так греет, такая горячая батарея. Так странно летают птицы какой-то воронкой. Интересно, что это значит? Не знаю, видно вам, ребят, нет. Но их очень много. Я сегодня целый день проработала, и вот Игорь тоже пришел домой. Мы сейчас хотим отдохнуть. Игорь говорит, пока не сильно голодный, попозже лучше покушать. Вот, мы хотим отдохнуть и посмотреть сериал. Мы начали смотреть сериал «Ивановы, Ивановы» по СТС новый. И сейчас будем кушать кое-что очень вкусненькое. Очень люблю их. Всем приятного аппетита, если вы кушаете тоже. Мы вышли прогуляться немножко, пробздиться, так сказать, по-русски. Я вчера не выходила, и сегодня вот только сейчас. Сегодня наработались, так устали. Прогуляемся чуть-чуть. Прям так свежо. Свежесть белья. Заслуга моя. Да, Гриш? Тебе свежо? Правда? Смотри. Я снимаю. Ладно, погуляем. Людно. Сколько сейчас времени, Гриш? Много. Ну сколько? 12? А, около 11. Смотрите, здесь у нас кофе с собой. Смотрите, сколько видов кофе. И это все кофе. Офигеть. С разными начинками. С разными добавками. Прикольно.